динамические и стативные глаголы в английском языке. Глагол – это часть речи, которая описывает действие или состояние. Определение глагола отражает его две смысловые группы – динамические – глаголы действия, стативные или статичные – статические – глаголы состояния. Динамические. Динамические глаголы описывают процессы, которые влекут за собой изменения с течением времени. Поэтому они употребляются во всех формах категории вида – simple, continuous, perfect, perfect continuous. Стативные глаголы передают состояние, то есть ситуации, являющиеся неизменными на протяжении всего их срока. Поэтому они не употребляются в формах таких категорий вида, как continuous и perfect continuous. Историческая справка. Категория слов, обозначающих состояние, начала выделяться в среднеанглийский период с XI по XV века и оформилась в особую часть речи, категорию состояния, в новоанглийский период с XV по XVIII века.